Мороженое бывает жареным, если жарится на ледяной доске. Тайское мороженое, как уличный десерт, имеет большой спрос, выглядит как мини-роллы. Бизнес доступен начинающим предпринимателям. Начальное вложение в него – $6000. Цена мороженого – $2.50 за порцию при низкой себестоимости. Вложения окупятся в первый сезон. Бизнес имеет высокую рентабельность. Необычность продукта обеспечивает большой спрос в сезон. На компонентах мороженого экономить не следует. Использовать исключительно качественные смеси, фрукты и молоко позволяет большая наценка. Технология приготовления мороженого следующая. Клиент выбирает ингредиенты. Молочная основа и фрукты выкладываются на ледяную доску. С помощью лопаток ингредиенты дробятся и перемешиваются, поджариваются до превращения в однородную кашицу. После этого смесь размазывается по холодильному столу. Повар нарезает мороженое на части, сворачивая их в роллы. Все части помещаются в бумажные стаканчики, поливаются шоколадом, сиропом, посыпаются сахарными палочками, кусками шоколада, маленькими конфетами. Тайское мороженое отличается низкой калорийностью и зрелищностью приготовления. Основным оборудованием для приготовления мороженого является аппарат-фризер, стальной ящик с компрессором, который имеет охлаждаемую поверхность. Таких ледяных досок одна или две. Аппарат стоит дорого, от 1000 до 2500 долларов. Необходим также холодильник для ингредиентов, лопатки, ложки и скребки. Для размещения лучше выбрать островок в 4-5 квадратных метров в торговом комплексе. Его аренда обойдется в 2500 долларов. Для открытия бизнеса потребуется изучение рынка и составление бизнес-плана, регистрация индивидуального предпринимательства и оформление разрешительной документации, аренда торговой площади, закупка оборудования, проектирование и монтаж торговой точки, заключение договоров с поставщиками, наем персонала, рекламная кампания. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.